Так, поселение что такое? А, возле поселения это конвой. Конвой в кратер, который вас отправит. Многопользовательский режим. А если я стану тушканчиком и сделаю сальто назад, то вы мне дадите модруку? Нет, диджей, нет. А, мы не проходили ферму. Все, ферму будем сейчас проходить тогда, ребята. О, супер. Ферма открыта. Кстати, что дают из ящика, который получаешь в порту за ключик? Ой, много чего. Мы его открывали. В принципе, вы можете посмотреть, ребят. Там видео в новичке. Новичок 2024 в плейлисте. Там есть видео, где мы открываем ящик по диск, этот затонувший ящик. Вомиком, привет, привет всем, ребята, кто только присоединился. Проходим ферму. Где брать фильтра для кислотной ванны? Фильтра берете, ребята, в бункере Альфа. Они всегда выпадают вам с кейса за красные талоны. Включи место авто самолечение. А самолечение я еще не получил, ребят. У меня нет самолечения. Если вы об этом. Так. Да, еще на шоссе можно найти. Но я такие самые очевидные места говорю просто сразу. А тогда больше гораздо мест, где вы можете все это раздобыть. Короче, ладно, уже так его побьем. Он слишком сильно вышел просто. Из них еще ничего не упало, ужас. Ну ладно. Так, что мне надо делать? Тебе надо делать, зайти на мой YouTube канал, ссылочка из шапки профиля в ТикТоке. И там, в принципе, ты можешь все посмотреть у меня. Там и записи трансляции есть по новичку, и плейлист со всякими разными гайдиками. Все есть. Либо здесь, в ТикТоке, можешь тоже найти все это. Так, привет, привет, ребят. Спасибо, Дилан. Спасибо. Закуски тоже, Давиду, удачи. При проведении стрима, при прохождении локации. Молодцы, молодцы. Так, вы постриглись? Да, вы... Да. Вомиком подстригся. И побрился. У меня мышка... Не знаю. А, Logitech мышка у меня. Так, ну давайте поедим немного. Я топ-6 стрима. Круто. Миньон. На 2 года помоложали. Спасибо, ребят. Так, просто Харв, да? Спасибо тебе огромное за сердечко. Добро пожаловать в команду. А, просто Харвин. Спасибо. Хорошо, ребят. Заходите тоже к закуске 94, к Давиду. Посмотрите, как человек, 7 лет играющий в игру, знающий все вдоль и поперек, играет на стриме. Ого, какой скин выбил. Блин, это давно я уже выбил его, где-то 2 недели назад. Просто я забыл его поставить в гардеробе. Приезжай к нам в гости в Харьков после... А, ну хорошо, вот хорошо. Спасибо. Спасибо тебе за предложение. Обязательно заеду. А что у вас на копье? На копье у меня модификации. Модификации это нож и древко с тканью вроде, если я не ошибаюсь. Это уже все на ферме не убрали? Не, убрали, они проходят через нее. Просто видите, я туда-сюда шкуюсь не просто так, ребят. Это вариант, как можно обойти все это дело.
Обжаю тактику удара через стены. Спасибо, Энгри. Я в ХКЗ поехать, у меня там друг живет. Понятно, Зерлакс. Что брать на ферму? Вот это берешь на ферму, и все у тебя получается. Здорово, здорово, Раиль. Возможно, помню, возможно, помню. Там можно воин из угла, но сложновато. Да, все верно, ребят. Меня Давид забанил. Нифига себе сплит. Ну, значит, ты что-то сделал не то. С учетом того, как я вас терплю, Давид, наверное, терпеть вас точно не будет. Ну, имеется в виду ваши шалости. Так что смотрите сами там. Правила у всех разные, ребята. И терпение тоже у стримеров всех разное. Например, с мотеля пикап целый. Что-то я не понял, держи тебя. Я 4 года играл в Лазу, до сих пор не смог чоппер собрать. Ну, Энгри, это все очень быстро фиксится. Ходи по локациям, открывай все, и у тебя все получится. Так, здорово, слушай, где Бенс легко найти? Бункер Альфа, ферма. Привал у дороги, шоссе. Где еще ты можешь найти? Наверное, еще в этом. В порту в Стоках, наверное. В лаборатории. Зов, у меня есть все гайдики на YouTube по Альфе. Можешь там посмотреть, у меня все этажи есть. Посмотришь, как проходить. Так, наверное, возьмем так. Там, видимо, столпотворение. Вот этих хотя бы зараженных волков убьем. Этих мы убьем вот так вот. Давайте, ребят. Конечно. А, нет, это слишком уже укреб. Это... Опа. Вот здесь надо быть осторожнее, ребята. Да блин, вы что запарили? Дайте уже. Да. Когда обнова? Не знаю, ребят. По обнове я не знаю. Проходим ферму. О, круто получилось. Это тяжело двух сразу подставить, чтобы они еще в унисон били. Но возможно. Так вы можете гораздо-гораздо меньше огнестрела тратить. Против зараженных волков, конечно, не попрешь уже, но гигантов можно вот так поубивать. О, привет, крабик. Приветствую тебя. Как твои делишки? Нет, эту стенку не пофиксили. Ну, надо вот теперь, смотри, вот так вот елозить туда-сюда, чтобы его оставлять на этой же позиции. После того, как он заканчивает удар, видишь? Надо выйти обязательно, чтобы он тебя увидел. А не стоять там просто как истухан теперь, как в Альфе, например. Но все возможно. То есть я не просто так туда-сюда, шкой, понимаешь? Это все делается из-за того, что теперь эту стеночку тоже, да, поменяли. Так, погнали. А где взять скин с маской клоуна? С бесконечного набора, ребят. Бесконечный набор, вы можете обзавестись ими в сезоне. За прокачку уровня сезона. Они бесплатно там даются. С луком легче проходить. Возможно, ребят, но я не люблю лук. Я не люблю там делать вот этот паровоз и тому подобное. Я люблю старым, вот таким вот дедовским способом все проходить. И показывать, как это можно сделать. Спасибо, Angry Dog, тебе огромное за розочку. Спасибо огромное за поддержку.
Так, в синем сундуке будет одежда. Да, будет одежда. Так, погнали тогда убивать теперь этого нашего любимого разорителя. О, кто-то. Ну хорошо. Хорошо. Молодец. Так, у меня вопрос. Какой именно? После фермы пойду смотреть Fallout. Ну хорошо. Так, я жду энергию. Молодец, Чевкив. А что на старте делать? Чоппер собрать или что? Нет, тебе нужно сначала, смотри, немножечко встать на ноги, построить основные станки. В этом тебе поможет первые арки пути выжившего. Научат тебя это делать. А потом уже, конечно, ты должен будешь собрать чоппер и все остальное. Так, а что случилось, Сплит? Так, не можешь победить врага, есть три тактики. Опа, фуф, чуть-чуть бы и попался. Отвлекаюсь тоже на ваши вопросы. Так, потихоньку, подлегоньку проходим. Опа, все. Убили. Раньше у разорителя... Да. Раньше у разорителя было 2000 хп, ребят. Теперь 500. Так, раньше... Да. Больше было. 2000 хп, сейчас 500 хп. О, крупные кости. Замечательно. Вот эти вещи еще. Круто. Спасибо, Богдан. Спасибо тебе огромное за пончик. Спасибо огромное за поддержку. Спасибо, Фликс. Спасибо. Тебе огромное за сердечко. Добро пожаловать в команду. Пошли в папк. Нет, я в папк не играю, ребят. Привет, а на каких местах нужен хакер? Хакер нужен в подвалах, в ресурсных локациях. Ну, когда он там появляется. В доту? Нет, ребят. Ну, я стримлю. Зачем мне сейчас идти в доту или куда-то еще, ребят? А, это что у нас этот, что ли? Блин, больно они бьют, конечно. Ну ладно. Потерпели, как говорится. Где можно найти гранаты? В мотеле, ребят, в мотеле. Было, почему не хочешь начать играть в PUBG? Я не люблю шутеры, ребят. Я шутеры не люблю. Так, сюда. Для чего нужны крупные кости? Крупные кости нужны для модификации на трубу и на копье. Назад заново вас скачать. Давай, ингридок, конечно. Конечно, качайте все заново, все есть, ребята. А, можно отдельно, что ли, каждого позвать? Все, супер. Так. Ну ладно. Если поодиночке, это классно. Сейчас это убьем у стеночки. У тебя в Steam 102 минут в PUBG. Это не я, это мои племянники играли в PUBG. Это я им купил, чтобы они поиграли в него. Так, подожди, Сплит, а ты откуда знаешь, что я это... Ты что, у меня в друзьях есть, что ли, в Стиме? Ты когда успел? У меня в друзьях затесаться. На местах нужен хакер. Ну, Артур, я уже сказал, на каких местах он нужен. В подвалах ресурсных локаций. То есть в каменных горах, каменных предгорьях. Иногда может попасться подвалы, и там вот как раз-таки нужен будет хакер тебе. Так, неделю назад? Странно, я тебя не видел, если честно. Я только вроде закуску принял в друзья недавно. Из-за того, что мы в доту играли, и все. Так. Как так бить?
Нужно выходить туда-сюда, показываться и потом обратно бить. Спасибо, Айдар, тебе огромное за 14 розочек. Спасибо тебе огромное за поддержку. Шурупы находите в подвале мотеля. Либо делайте их сами на токарном станке в поселении, когда вы строите его. Вау, Айдар, спасибо. Спасибо тебе за... сколько там розочек. Спасибо огромное за поддержку. Какой эмулятор? Фэнк эмулятор называется... Это LD Player. LD Player. Спасибо за 49 розочек. Спасибо тебе огромное. Спасибо еще за одну розочку. Спасибо огромное за поддержку. Ребята, вы лучшие. На телефоне сработает? Ребят, я на телефоне все это видел, как делать. Вы что? Я на телефоне учился всему этому самому. Так что обязательно будет работать. Наоборот, на компьютере гораздо-гораздо тяжелее играть, чем на мобильном. Так что играйте на мобильном, ребята. Спасибо, спасибо, Айдар, тебе огромное за множество-множество разных подарочков. Спасибо тебе огромное за поддержку. Спасибо за три сладкие трости, Тетрис. Спасибо огромное тебе тоже. Так. Я помню, на желтый локат зашел в подвал, потом вижу, текст прогромил и улетел, как пуля. Бывает. Була, где кола? Есть кола. Кола всегда при мне. Кола всегда при мне, ребята. Привет, привет, Артем. Так, погнали дальше. Уже почти-почти прошли все. Осталось там убить вот этого маленького засранца. И как бы дело за нами. Когда купишь блок колы 2,5 литра? Я не знаю, вот сейчас мне должен подтвердить информацию поставщик. И я, наверное, буду закупаться уже. Так, это можно оставить, в принципе, вот так вот. И погнали. При этом нужен хакер. Артур, если ты не слышишь, это уже не мои проблемы. Я тебя, короче, мучу. Я тебе сказал два раза. Два раза. Ты... А, подожди, а где еще один амбар? Ключ. Странно. Реально, а где амбар ты ключ? Что-то я не могу понять. Неужели здесь я забыл его? Нет, здесь я его прошел. Может, там забыл внизу? Что надо на ферму по оружию и аптечкам? Ну, вот то, что я принес. Вот. Четыре копья я принес. Но это на всякий случай. Глок для отстрела зараженных волков. И железную трубу одну. Я думаю, вам хватит всего этого. А, да, все-таки здесь, значит, я не забрал. Так, ребят, без политики, без политики. Я сразу же, если по политике, я сразу блокирую. Так, все замечательно. У тебя 152 часа в Sims. А это моя жена играла. Бывшая. Так, привет, привет, Зангетсу. Приветствую всех, ребята, только присоединился. Кола ты чуть не навредит. Ну, ребят, я же не то, как пью колу. Я еще пью воду. Так. Ну, потому что я развелся. До сих пор стрим, до сих пор стрим. Откуда модульное копье? Ответь, пожалуйста. Отсюда, отсюда. С вот этого ящика. Когда его распиливаешь, получаешь модуль. Оттуда я и получил. Так, в доту 7196 часов. Ну, а я об этом никогда не скрывал. Я говорил, что у меня 7000 часов в доте. Так, погнали. Теперь этого гигантика. Покажу базу, когда буду на базе, ребят. Сейчас просто все бросить и идти на базу, это, во-первых, мне будет трудновато, и вам будет в минус. На самом деле, битву так расстроился. Но ничего, бывает, бывает, ребят. Все бывает, ребят. Ержан, привет, привет. Холодное оружие, можно убить быка? Да, можно. Я просто этим не занимался, но видел, как закуска это делает, так что
Если закуска это делает, то я тем более смогу. Так, спасибо, Влад, что делаешь такие интересные стримы. Пожалуйста, пожалуйста, Артём, конечно. Айдар, спасибо тебе еще за подарочки. Я вижу, тут у тебя были сердечки. Так, так. О, еще вот это еще досталось, еще это досталось. Ну, можно да, вот так скинуть даже. О, второй взломщик. Второй взломщик, значит, здесь доступен. Окей. Погнали убивать гигантика еще одного. Можешь показать, пожалуйста, что именно? Фенрир, насчет чего ты имеешь в виду? Так. А, быка убийство. А, ну давайте, давайте, попробуем. Там первый взломщик. Нет, не факт. Там иногда третий и второй встречается. У меня когда был второй, например, я тоже не мог открывать. Значит, там третий был. Там по-разному бывает. Булат, привет. Привет, Шэдоу. Привет, Шэдоу. Так. Все скачивается. Хорошо, хорошо. Ох, как раз железная труба заканчивалась. Замечательно. Так, тут такие вещи. И посмотрим, а тут какие вещи. А тут такие вещи. Суперские вещи, я бы сказал, ребята. Вообще классные вещи. Надо потом за ними будет вернуться. Так, почему тогда, если у меня один, он... Чё? Он открывается. Ну, значит, у тебя там первый взломщик и попадался все это время. Вот тебе так вот везет, представляешь? Так, о, вилка еще вышла. О, канистра вышла. Так, вот это я все думаю, можно тогда, в принципе... Вытащить. Пойду альфу пройду. Молодец, Дилан. Хороший подход. Самый лучший момент в ласт, когда я собрал 30 красных талонов, жетонов в альфа. Ясно, ясно. Так. Нет, там ящик, рукоять, кранный пал и красный талон. Молодец, Зерлокс. Поздравляю тебя с этим выбиванием. А, блин. Все, раздели меня. Меня раздели. Булат, подстригся, только заметил с починой. Спасибо, спасибо. Да-да, подстригся, ребят. Так, я только что сделал паровоз. Первый раз меня зажали, я забомбил и вышел. Ну, ребят, паровоз не с первого раза получается. Ну, может, у кого-то с первого раза, а у кого-то, конечно же, может и не получиться по первости. Я тоже с четвертого раза его сделал, ребят. В январе 23-го года, когда только научился. Было тяжело, было очень больно. Но я это сделал, ребят. Не, все. Самый редкий в игре, по твоему мнению. Гитары самые редкие, ребят. Так помолодел. Ну да, я еще и это, побрился. Так, о, замечательно. Тактически? Да, тактический нож мясника, ребята. Ё-моё, вот это класс. Вот это суперская тема. Йоу, супер. Можно еще вот это сразу юзануть. Блин, тактический нож мясника, ребята, ну это жесть полнейшая. Блин, сколько я к этому шел, а к этому ножу мясника, если честно. Так, да-да-да, ребят, спасибо за поздравления, спасибо. Мне столько тут говна выпадало, ребят, и вот наконец-таки выпала вот классная-классная модификация, блин. Вот реально за нее классная тема. Так, Булат, штаны. Да-да-да, штаны я одел, я ждал. Там штаны были фиговые, я вот эти одел. Так, можно там поесть, наверное, и пойти уже потом. Я не забыл про этих самых, про быков, ребят. Я не забыл. Сейчас мы пойдем их убивать.
Игра бесплатная, игра бесплатная. Все, быка заагрили. Погнали. Так. А мне рукоять падала к ужину. Молодец. Это тоже хороший результат. Глок. А, ну да, глок. Раз вижу, и так вам рассмотреть. Спасибо, Нурда. Так. А как же глок? Нет, глок я возьму, ребята. Но сначала надо убить быка, как вы и хотели. О, да, можно реально. Жесть. Правда, надо успевать, конечно, но можно это сделать, ребята. С трубой вообще будет легче. Если на копье это удается. Блин. Круто. На! Все, убили. Да, жестко, жестко, ребята. Получилось убить его. Привет, Навер. Приветствую всех, кто только присоединился. А, это Пани. Все. Привет, Пани. Так, Михаил, пожалуйста, без этого, без спама. Я тебя очень прошу. Так, сюда. Еще вот это можно поставить. Вот это. И погнали дальше. Такие вот вещи, да? Ладно, можно вот это, наверное, бросить. И пойдем остальное все возьмем.